эта война не будет рыцарской. Народы будут резать друг друга, а мы богатеть. Скучать не придется. Мир объят пламенем, а ты меня держишь дома. Сынок, по правде сказать, этим миром правят алчность и порок. Нужно что-то сделать. Безусловно. Мы — это первая в мире независимая разведслужба. Благородны, но жестоки. Цивилизованы, но беспощадны. Добро пожаловать. Находчиво. Пора подлить масло в огонь революции. Да, мой пастырь. Здравствуй, англичанин. Распутин премного наслышан. Решим наш спор как джентльмены. В конце концов, манеры – лицо мужчины. Вот только от мальчиков всегда один беспорядок. Сапфиры готовы исполнить любые ваши желания. Где бы вы ни были раньше, это в прошлом. Это в прошлом. Можешь вытащить меня отсюда. Нужно тщательно выбрать время. Космос изучили лучше, чем Землю, по которой ходим. Что произошло? Где остальные? С виду все устроено, как обычная шахта. Но чуть позже вы увидите, что мы действительно здесь созданы. В тюрьме. 27 минут на свободе. Дорогая, я вернулся.
Больше никаких темных делишек. Тебе есть что терять. 2 часа на свободе. Да кто ж тебя выпустил? 8 часов на свободе. 600 тысяч зелененьких американских долларов. Мне правда есть что терять. 11 часов на свободе. Давненько не виделись. Снова ты. Вот засада. Ты украл моя собака. И теперь я с наслаждением убивать тебя. И вся твоя семья. Да сколько ж можно? Я только из тюряги откинулся. Реально сегодня? От обладателя премии «Оскар» Роджера Эвери. Мне нужны кое-какие инструменты. Автора сценария «Криминального чтива». Это будет не больно. Ты это слышал? И от продюсера «Нападение на 13-й участок» и «Счастливое число Слевина». Что это за психопат? Он мстит за какую-то собаку? Да. Эй, вообще-то тачка, которую ты угоняешь, моя. Да он пошутил. Про собаку. Ну что же, развлечемся. Он неубиваемый! Он что ли бессмертный? Это даже приятнее, чем я себе представлять. Ну же, стреляй! Киллер по вызову. Да кто он вообще такой? Какой-то долбанный терминатор! Легенда возвращается в кино. Мы предупреждали ее. Принесите все необходимое. Она упала с лошади. Древние проклятия. В черном-черном лесу есть черный-черный дом. И в этом черном-черном доме есть черная-причерная комната. С ужасными людьми. Не доверяй глазам. Беги, если не хочешь выглядеть как я. Марта? Что? Послушай меня. Открой дверь. Не открывай дверь. Такие волосы, как у тебя, встречаются раз в 100 лет. Страшные истории, рассказанные на ночь. В кинотеатрах с 6 августа. Ведь не все то золото, что блестит. Спасибо братьям Гатле. Про организованную преступность надо знать одну вещь. С организацией там беда. А Конус зачем? Слишком мне не поведок для тачки с наркотой. Так-то не глупо. В нашей бригаде я на нижней ступеньке, а нашего главного я даже не видел. Его зовут Фрог. Я ваш босс. Мои приказы не обсуждаются, соскочить нельзя. Пэт Брайт, местный егерь, я от Фрога. Он попросил вмешаться. С местными постарайтесь не трепаться, лишнее внимание вам ни к чему. Ты извращенец. Любишь извращенцев? Решите сделать ноги, я вас выслежу и убью. Я погибну. Скорее всего. Если хотите, можете называть меня сэр. Мне будет приятно. Я человек старомодный. Мы собираемся вести дурь в соседний штат, сэр. Если вы, шалопаи, вдруг начнете маяться скукой, не забывайте, скучающий преступник, умный преступник. Это приказ Фрога. Мы хотим обойтись без тебя. Не имеете права. Такие деятельность у нас противоправная. Фрог не против. Лучше, когда сам ищешь, чем заняться, чем когда чем заняться ищет тебя. Ты кого-то ждешь? Странно, что вы двое вечно тут зависаете. Как-то это подозрительно, нет? Они вроде как работают на меня. Но врагов страшнее у меня еще не было. Я же не просил, чтобы моя жизнь обернулась крутым сюжетом. Но так уж вышло. Все это плохо для вас кончится. Лиам Хемсворт, Кларк Дьюк, Вивика Фокс, а также Джон Малкович и Винс Вон. Если считаешь, что можешь кого-то нагнуть, надо нагибать. Арканзас. Что надо сказать? Спасибо. Не за что. Так мы пойдем или... Ага. Ладно.